Всем привет, друзья мои. Вот скажите, о чем вы мечтаете, глядя на эту красивую красоту? Слушай, Базин, у тебя есть мечта? Какая мечта? Ну о чем ты мечтаешь в жизни? У меня мечта... Макет купить. Тебе что, родители, макет купить не могут? А, купят они. Отец алимент платит, мать ни копейки не дает. Вижу, понятно, что такой макетище стоит бешеных денег. Но есть вариант побюджетнее. Умная бумага. Вот метод. С помощью умной бумаги с гораздо меньшими вложениями можно получить на выходе такой вот скромный, но очень нужный макет. В этой дыре, которую олицетворяет наше изделие, располагаются пассажирское здание, домик-пряник, где пассажир отогревается в ожидании поезда. Какая-то сторожка, сложенная гномиками из желто-красного кирпича. Водонапорная башня, похожая на китайскую пагоду. Немного некомплектный крытый вагон. Там хранится нехитрый скарб местных жителей. И вагоны-егоровцы, прекрасные чуть менее, чем полностью. Мы предлагаем мини-сериал, где в 5 коротких сериях, но ускоренной перемотке, покажем, как собрать всю эту красоту, чтобы потом юзать ее в гостях, на работе и дома. Жмите колокол и подписывайтесь на наш скромный канал, чтобы не пропустить ни одного выпуска. Начнем с егоровцев, потому что они ламповые и не в корпоративе.
Ну вот, вагон готов. Как видите, мы его немного улучшили. Прокрасили швы, чтобы не было белизны. Проклеили непрочно держащиеся детали, срезали все выступающие элементы, которых в реале быть не должно, и окрасили поручни. К безусловным плюсам пациента можно отнести его дешевизну. Но при этом вагоны выполнены в 87-м масштабе. Их можно установить на фабричные рельсы. Они имеют вполне приличный вид, и в принципе неискушенный зритель издалека не отличит, где Егорец фабричный, а где сборный из картона. Купить несколько таких вагонов и локомотив, и готов пассажирский поезд, но по стоимости несоизмеримо меньше, чем при покупке у какого-нибудь Рока или Пика, кто их там выпускает. Ссылку на сайт компании «Умная бумага» мы оставим в описании под видео. Друзья мои, а что вы думаете о таких моделях? Годная тема или все же это ни о чем? Напишите в комментах, пожалуйста, заодно и ролик оцените. Подписывайтесь на нашу группу в ВК «Боевые локомотивы» и Инстаграм. Там очень годные фото и видео на железнодорожную тему. Ссылки есть на шапке канала. И всегда рады хорошим людям на наших стримах. Спасибо, что досмотрели ролик «Морик» до конца. Всем удачи и до новых видео. Наси на здоровье. Наси и мечтай о чем-нибудь великом.